Нажимаем купить. Купить. Погнали. Мы его вот поздравляем, вы получили танк. Вот он у меня теперь в ангарчике есть. Внешний вид, как вы можете видеть, заблочен. Нам нужно поменять, под меня подстроить, как я обычно привыкла играть. Это вот так, а это вот так. Теперь амуняку поставим. Мы на это не скупимся, как правило. Так, я ставлю две колы. Две колы. Хоть бы разные названия придумали для этого. И улучшенное топливо, чтобы танк, ну, в общем, лучше двигался. Поставим ему вот так, на всякий случай, потому что у семерок, как правило, бронепробития не очень хорошо хватает на дедов, там, тигров и тому подобное. Поэтому голды надо зарядить побольше, но не обязательно, что мы ей будем пользоваться. Картоха заявляет, что у него очень хорошая броня, поэтому ставим на броню и делаем вот так. Вот так у меня будет по оборудке. Ребят, кто не прожал лайк, прожимаем лайки. Кто не подписан на канал, вот самое время сейчас это сделать. Подписываемся на канал. Те, кому выдаст в рекомендациях запись стрима, подписываемся для того, чтобы не пропустить прямые трансляции. И колокольчик нажимайте обязательно. Тогда будете смотреть в прямом эфире все. Жизнь нормальная. Я вон сегодня упоролась. Мне сегодня последний день был теплый. Все окна нафиг перемыла. У меня теперь на балконе, у меня теперь капец как светло. За лето окна пылью загрязнились. Сейчас намана будет. Что-то он двигается и 37 километров в час. Ну да. СТ. Ребята, СТ. Фараон. Ну, блин. Почему позже? Лучше сейчас оставайся с нами. Оставайся с нами. 209. 198. Там 220, да, обещали среднюю ульку? Где? 203. Три выстрела сделала. Где моя средняя альфа в 220? Я жду. О! 228. Прям намного больше. Среднего урона. Средней альфы, в смысле. О, ладно, все, молчу, короче, 241 вылетел. Млечник, ты 26, это не зашел. А может, Центурион МК5/1 будет МК? Блин, ну ковырялки, они нафиг не нужны. Ковырялки сложно заходят, они заходят только прям опытным, самым опытным игрокам. Да, перк прошел в шотный танк, ну, естественно. Куда же без этого? Без этого никуда не. Ты! Яка стоит, он ждет меня. Рыси. Че, мы поиграем от складок местности, да? Вот я типа вот стою от башни там сидела. Да ладно! Я альфа прошла! Да вы серьезно, не шутите! Картошка! Спасибо, подгончик царский! На Т-20, Т-20 картон не должен быть, по идее, чем вот этот там. Что, сейчас он выстрелит? Да ты задолбал таранить! Я тут уже себе картину нарисовала идеального Росиняя в начале стрима. Да ты задолбал! Ладно, Раська тут даже не пахнет, конечно. Вот, давайте, кто первый от сухаря в ангар отлетит. Го. Го соревнование. Кто первый от сухаря в ангар отлетит? Вот это. Что за фигня на постном масле, которая едет и закрывает мне танк противник? Дайте воина хотя бы, черт. Че? Млечник, я тебе сказал спасибо? Спасибо. Спасибо, ребят. 52 лайка, красавчики! Какие вы у меня зайки, ребят! Спасибо за лайкосы! Спасибо большое! Так, где-то у них последний спрятался, бедненький Тунчис. Забился в уголок, чтобы никто не уволок, как говорится, да? Как говорится, где он? Где ты? Где ты, Кромвелл? Где ты? Где ты? Покажись! Мне урон нужен и воин мне нужен. А-а-а, понятно. Я сколько буду до него ехать?
Сколько я буду ехать до этого пацана? Он вообще шотный. Он вообще дохлик. Давай. Я по нему попала! Не пробила. Капец. О! Начало стрима положено. Да это всю команду размотала в начале стрима. О, нормально. На ману. Первый бой мастер, ребят, ну тот однозначно лайк. Всем привет. Спасибо за 130 лайков. Спасибо, ребят. Спасибо. Кто не подписан на канал, ребят, подписываемся на канал. Не стесняемся, это будет очень здорово. Самый лучший способ поднять настроение стримера — это подписаться на канал. А еще у нас должен скоро, в ближайшее время, выйти третья часть ответов разработчиков с конференции с разработчиками. Вот. Очень интересные ответы, так что... Кратко, понятно все, как вы любите. Без воды. С объяснениями для... С объяснениями, которые должны понять любые игроки. Да, понятно. Да, понятно. Мы все поняли. Мы все поняли. Я вроде сныкалась, да, от тигра. Капец, мне вообще кто-нибудь будет помогать? Или это вот все, на что способны мои тиммейты? О, я что, еще танковать могу? Вы серьезно? Офигеть, я 1300 натанчила в лоб. Значит, надо приловчиться и учиться на нем танчить. Вот. Чтобы было все хорошо. А не вот это вот все. Крас вас, спасибо за подписку. Большущие. Ура! Спасибо, Агромен. Рики Ми. А, и еще скажи, что ты все понял из того, что там разработчики говорили, да? И мало того, что понял, ты все запомнил. Все ответы на... И т.д. и т.п., короче. Противник уничтожен. Ну да. По маневренности, знаете, он такой себе. Он чем-то сроден... Прям, ну, я не знаю. Блин, это 71 напрягает очень сильно. Хорош. Теперь у нас нет этого пацанчика. Ура! Дима, спасибо за подписку большое. Спасибо, спасибище. Ура! Моя чудо-броня сработала. Ура! Спасибо за подписки, ребят. Посоветую, стоит ли покупать боевой пропуск? Уже поздняк метаться. Уже боевой пропуск заканчивается. Уже нет. Уже точно не стоит. Это надо было раньше брать, чтобы все награды по максимуму получить. А сейчас уже 8 дней всего осталось. Ё-моё. Да, у меня куда-то снаряд ушел, прям непонятно куда. Магия шотного танка. А, Дима Флэп, спасибо большое. Я понял. О, второй мастер. Кто там говорил, что у меня мастерство подтвердить надо для лайка? Ну вот, пожалуйста, мастерство подтверждено дважды за стрим.
вот этому результативного игрока поставить. Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. Беатрика 0, привет. Чё, поехали на гору? Да, я на ру-сервере играю. Спасибо за 231 лайк, ребят. Спасибо большущее, огромнейшее спасибо. Кто еще лайк не продавил, прожимаем пальцы вверх. Ребят, хотите ролик по броне новых танков ветки Кранвана? Куда пробивать, с каких танков и как на этих танках танковать? Ну, как ставить броню, чтобы ее не пробивали? Хотите? Симсон, привет. Алло, Уред, привет. Топчик, я видела, что ты подписался на канал. Я даже спасибо сказала и мурлыкнула. Вот. Ты, наверное, просто вот этот момент пропустил. Не вижу зла. Спасибо за подписку. Дела нормально, настроение нормально. Катки бы еще потащить. Нормально. Все было бы вообще зашибись. Ща я чую там оливнуто. Прям чую я. Чую, чую, я качую. Блин, я Хельсинга пропустила. Хелса пропустила. А тигра у них, он стоит... Посмотрите, как очаровательно стоит тигра. Прям офигенно стоит тигруля. Вот что-то... Вот смотрите, команда-то вообще капец, помирает. Прям вообще ужас. Я даже не знаю, с какой скоростью они отправляются в ангар. Скоростью света нафиг. Я хочу фугасы проверить, но походу я на Дикер Максе это сейчас не затестю. Фугасики. Еще не знаю, куда он смотрит. Куда он смотрит? Наверное, успею затестить. Ура! Ну, смысл. Флоки, спасибо! Спасибо за подписку. Капец, сушку точно надо убить. Ты упоролся. Хелса бы убить. Вы знаете, меня Хелс напрягает. Ах ты! Бронированная. Бесишь меня. Дмитрий Григорьев, спасибо. Спасибо за подписку. Мне еще с Хелсингом перестреливаться, тигр. Мне ХП нужны. Да ладно. Спасибо. Спасибо за подписки, ребятки. Большущее, огромное спасибо. Мне очень приятно. Спасибо. Мур. Всем. Всем огроменный мур от меня. Боже, какой шикарный рандом сегодня. Нет, это сарказм, если что. Где он? Пойдет. Я, по идее, два раза его танкануть должна. Ну, в смысле, один раз должна танкануть. Ух, альфа царская прошла! Ребята, альфа царская прошла! Прошла царская альфа. Ать, третий мастеросик за стрим.
Третий мастеросик, ребят, это точно лайкосик и подписочка на канал. Ничем. Фармим мастеросики, пока тунчик новый. Спасибо, ребят, за подписки большущие. Огромные. И 5 лайков осталось до 250, к слову. Что могу сказать по поводу танка? Подведем итог. 46 боев, 74% побед у меня получилось за стрим. 1822 среднего урона. 3 мастера. Ну, в принципе, я думала, что я на нем 2К смогу сделать. Но перерассчитала свои силы, потому что когда ты... Чип гейм, спасибо за подписку. Спасибо, ребят, 10 лайков. У нас будет 600 лайков на стриме. 600 лайкосов будет очень круто. Я думала, в общем, что вот делаю на нем 2К среднего, но что-то пошло не так. Но что я могу сказать? Это потому, что ты, когда попадаешь против восьмерок, во-первых, ты многих не пробиваешь, и начинаются, знаете, такие проблемы. Ты не пробиваешь, ты можешь уйти в минус в хороший, ты... Ну, короче, у тебя снижается средний урон. И вот в начале стрима, когда я была в абсолютном топе он прям рвет. Рвет и мечет. Но когда ты попадаешь на дно списка, тебя вообще за танк-то не считают просто. Это очередной просто... Сколько там у него хп? А, тут не видно, господи. Ну вот, в общем, просто тупо халявным дамагом почти считают. Ну, ты набиваешь, отбиваешь, конечно, сколько-то, но это не то. На восьмерках, ребят, все равно лучше фармить. Он, по сути, по фарму, как обычно, семерочка. Я на нем даже в минус уходила. Против восьмерок, когда играл. Когда уходишь в минус, тогда становится грустно. На танке-то, на премиумном, да еще с премиум-аккаунтом. Поэтому я могу сказать то, что... Ребят, за 10К голды лучше было взять Химеру. В таком же абсолютно комплекте. Химера это круто. А вот это... Ну, это просто новинка. Его завезут, ребят. Его еще много раз завезут в игру. И по-любому его завезут за копейки. По-любому тысяч за 5 голды, я думаю, его можно будет взять. Если вот прям вам хочется. Ну, подождите. Ну, не стоит его сейчас брать. Ну, как бы такая вот штукенция. Ну, пойдет. Для коллекции. В моей куче тунчисов пойдет. Тупо для коллекции. Не более того.